Традиционно жители старше 90 лет приходят поздравлять с днем рождения сотрудники соцзащиты. А юбиляров поздравляют также президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Не лично, конечно, а письмом. А глава района при возможности поздравляет лично. Нине Алексеевне Логвиновой исполнилось 90 лет. Она труженица тыла. Здоровья пожелать. Счастья, удачи. Ну и вот дальше нас еще радовать, чтобы у вас все было хорошо. И от Андрея Юрьевича Воробьева тоже у нас несколько подарков. Спасибо, что у нас есть. Спасибо за тот труд. Спасибо вам, что мы есть сегодня. Вот, это вам, это вы сами распечатаете, все почитаете, вам руки помогут. Обязательно цветочки. А Валентине Гавриловне Шуминой уже 95. Но по ее бодрому виду этого и не скажешь. У меня дед один до 101, а второй до 103 прожили. Вам, а надо, вам надо, мамой... больше. Надо больше, конечно. А тетушки до 97-2. Мы вам желаем, чтобы вы, дедушек пережили. Да, и мы к вам еще приедем и не раз. С днем рождения. Поздравляем сейчас. Все доброго. Это... Ну, те люди, которые, наверное, как никто, достоин уважения, почитания, потому что они прошли славный путь, путь тяжелый. И, конечно, я считаю, что это дело благое и мероприятие, которое важное. В нашем районе порядка 400 человек такой категории ежегодно. И все эти люди будут, конечно, поздравлены. Поэтому в управлении соцзащиты стараются уделить внимание всем людям старшего поколения.